Гена Саблейон. Евгений Мураєв, можна вас на два коментарі на несколько минут. Да, ми в нашій частині будемо говорити про візит сполучених до Сполучених Штатів Америки президента Володимира Зеленського. І будучи в ООН, Володимир Зеленський назвав організацію старим волим дідом. Як вам таке? Супергероєм на пенсії. Пане Євгені. Дорогі друзі, я считаю, что это тоже пройдет. Я надеюсь, что в нашей дипломатии прибудет. И что Украина не будет вырвана из контекста мира. Она снова станет равной, достойной, субъектной страной, которую уважают и мировые институты, и которую уважают мировые институции. В том числе и ООН. Я хочу напомнить, что мы ее основатели. И не уважать ООН как-то не совсем правильно. Тем более, что, если я правильно помню, президент говорил, что мы будем использовать любые площадки, а эта площадка одна из самых главных. Но тут интересно то, что на самом деле действительно мы одни из основателей, а сейчас выступали среди стран третьего мира, назовем так, аккуратно. Друзья, идет большая геополитическая перестановка. Если вы видите, идет новое формирование и военных блоков, да, я имею в виду сейчас Австралию, Великобританию, Соединенные Штаты Америки, вполне возможно туда добавится Япония, Индия. В общем, ландшафт политически меняется. И Украина тоже должна осознавать, что уже и значение Европы для НАТО падает. Угу. И что в этом контексте надо менять свою внешнюю, внутреннюю политику. Но готовы или нет? Украина? Да. Я считаю, что Украина историческая миссия. Объединить. Сегодняшние лидеры готовы? Объединить все страны Евразии, да, в один большой экономический и военный блок. Сначала в рамках большой Европы, потом с присоединением Китая. И это не фантазия, да, мы вынуждены будем противопоставлять все возможное новому блоку, который, я абсолютно уверен, будет очень агрессивный и будет стремиться к однополярности мира, как мы это наблюдали долгие годы. И тут, я думаю, нам должно хватить нашей мудрости и, наконец-то, осознать, что мы можем быть не яблоком раздора, а именно тем клеем, который склеит весь континент и который вернет нам и Крым, и Донбасс, и былое величие. Нам новые блоки чреваты тем, что Конституцию придется менять. Там же наше стремление в НАТО. Ну какие новые блоки? Нет, на самом деле, друзья, все понимаем. Мы с этим разберемся. У нас на самом деле сейчас открываются большие перспективы. Главное их, как обычно, не перечеркнуть глупостью наших правителей и их вот этим не сильно воспитанным поведением. Да, это поможет сделать мудрость украинцев на избирательных участках. Я очень надеюсь на это и очень надеюсь на то, что, возможно, они сейчас уже поймут, что мир меняется, пора меняться и им. Спасибо. Дуже. Евгений Мураєв, лидер партии «Наші».